привет всем еще раз. Мы все делали вместе. И следующее выступление тоже будет про вместе. Чего мы добивались и чего вы можете добиться. Как это ни странно, основное заблуждение, которое у вас есть сейчас в голове, это то, что все уже занято, поезда уже ушли, я ничего не смогу и так далее. Наша цель текущего выступления, текущей презентации, это сделать каждого из вас, ну, если не инфлюенсером или звездой, то человеком, который может самореализоваться в медийном пространстве. У Лены сейчас 72, по-моему, тысячи человек подписаны на YouTube-канал. Это самый большой в мире канал, посвященный перманентному макияжу. Может быть, есть у кого-то Бранко Бабич, но как бы это... У него есть канал? Я не знаю. А кто не подписан на меня? Есть такие люди, подпишитесь. Вообще должно было больше, но вот мы расскажем, кто хочет вообще иметь медийный ресурс и успех. У кого есть амбиции? Это нормально. Все, нет, а есть кто не хочет? Мне прям любопытно. А все стесняются просто руки поднять. Хорошо, значит, эта лекция вам зайдет. Я прошу перемотать на первый ролик, пожалуйста, на первый. Угу. Как развивать канал на YouTube и монетизировать его? Лена... Про монетизацию, наверное, можно музыку потише? Спасибо. Лена расскажет про обратную сторону медали, потому что, как вы понимаете, есть две стороны. Я человек, который ее все время, оставаясь в тени, все время ее толкал. Это мой Харви Вайнштейн. Да. Никто не понял про Харви Вайнштейн. Что, никто не знает? Харассмент? Звезды в Голливуде, нет? Че, серьезно? Итак, про развитие канала. Харви Вайнштейн — это был охрененный продюсер. Самые лучшие фильмы вот этого века — это его фильмы были. Которого в итоге затравили за то, что каждая звезда практически, которая через него проходила, проходила там через постель. Его за это затравили, но у нас все легально. Итак, как развивать канал? Кликер у меня в руке. Прежде всего, я хотел бы спросить, у кого есть канал и хотя бы одно видео на YouTube. Раз. Так, а почему нет? У остальных почему нет? Времени не хватает. Хорошо, еще. Не знаете, как открыть канал на YouTube? Все снято уже, ага. А почему расскажи... тогда люди ездят по конференциям, когда уже все снято и смотрят каких-то людей новых и новых и новых? Ясно. Короче, вы в плену заблуждений, потому что у меня хорошая новость для вас. Ничего не снято. Потому что вашего лица на этом видео нет. У каждого из вас есть уникальная харизма. У каждого из вас есть уникальная черта, которая не зацепит всех. Кто-то на меня сейчас смотрит и думает, слушай, ну какой урод. А мне сколько пишут, вот да. Это ты быдло, кошмар, слушать невозможно. Вопрос, каждый найдет свою аудиторию. Возможно, наша аудитория, которая... как бы, которой мы понравились, ну, не мы, она к вам не пойдет, но у вас будет своя, и это нормально. Поэтому сейчас это самый большой канал по обучению, я об этом рассказал. Лена расскажет, почему так мало. Ну да, потому что я ленивая, это написано, потому что это очень стрессово, потому что я сама себя не заставила бы снять ни одно видео, и больше того, у нас, конечно, были конфликты, потому что он меня заставляет. У нас, короче, еще, знаете, проблема распределения ролей основная, то есть на работе он мой начальник, я прихожу домой, я там у себя на работе тоже начальник, и когда он меня заставляет, он говорит, слушай, у меня такой классный есть сюжет, ты должна его снять. А я в этот момент там, не знаю, не в настроении, у меня там синяки от инъекции или еще что-нибудь. Ну, всегда настроения нету никогда снимать видео. И он мне говорит, давай, все, садись, все, я выстроил камеру, и давай. Вот все мои первые видео, наверное, вы смотрели, вот которые самые старые, там, рожа кирпичом, недовольная, мы только что поругались, меня заставили, короче. И, ну, чем дальше, тем мне становилось проще, но когда он устранился, вот мы в очередной раз поругались, и он сказал, все, я больше не Харви, я ушел. И канал встал просто. Потому что если меня никто не заставляет, я не снимаю. Вот, ну, мы так устроены. Я не знаю, кстати, как они справятся, если у них не будет того, кто будет их постоянно пинать. Вопрос моего дисклеймера в первом выступлении. То есть если вы можете, если вы хотите этого, ну, действительно хотите, это несложно.
Вы сейчас говорите, у вас нет времени, ой, я не могу, ой, все снято, это все отмазки. На самом деле для вас, для каждого из вас нет ничего невозможного. Это звучит банально, но это так. Хотите, блин, я не знаю, но посмотрите на людей. Посмотрите на, есть мастер, я не буду называть его фамилии, который абсолютно ноль. Абсолютно ноль в татуаже, но она такая плодовитая по видосам. Постоянно там, находит темы. Темы находит. Что темы есть. Мы расскажем, как. Вот такой список. Мы расскажем, как. Да. Если бы Лена публиковала каждую неделю одно видео, канал был бы, я думаю, если не миллионник, то 1150-200 там было бы. А если бы Лена говорила на английском? Если бы Лена разговаривала на английском, было бы еще больше. Лена, к сожалению, не очень хорошо разговаривает на английском. По поводу студентов со всего мира. А кто знает про то, что 2 года назад у нас были курсы VIP Advanced? Кто не знает? Расскажем. А можно оператора трансляции попросить нажать на кнопку Play? Есть там гиперссылка или нет? Ага, гиперссылку Adobe не поставил. Ладно, вам придется тогда поверить на слово. А там отзыв, да? Там отзыв, да. Благодаря YouTube Лена смогла сгенерить поток клиентов, мастеров, которые приезжали на переподготовку, которые не говорили по-русски. Они приезжали из Европы, из Америки. Американцы коренные, в Краснодар. Интересно. В эту жопу мира. Вы представляете, это просто мордор в их голове. Ну просто это какое-то просто сосредоточие зла. И они туда приезжали. И при этом у нее sold out всегда был, у нее не было мест. Мы работали над этим, конечно. Поднимали регулярно цену. Каждый раз через ее крики и спазмы. Это было то же самое, что с процедурами. Он мне сказал... Так, слушай, мы сейчас запускаем VIP, и будет одно место стоить 350 тысяч. Я говорю, нет, это невозможно. Нет, давай 100. Нет, и мы вот сели, провели трансляцию, и у меня сразу забилось несколько курсов. И это, конечно, было стрессово, учить за такие деньги. Да, то есть еще раз, VIP Advanced – это курс, где приезжали мастера со всего мира, и они получали в волосковой технике, в там, татуаже бровей и губ 30 моделей за 9 дней. Это был просто хардкор. Это было прям жесточайшее насилование, наверное, нельзя сказать. Ломка такая, профессиональная ломка. Вот как вот топят этих морских котиков в воде в Америке, когда они проходят этот курс. Или краповые береты бьются, там падают в обмороке. Примерно то же самое в мире перманентного макияжа нам удалось сделать. При этом практически никто из русских это себе позволить не мог. Туда приезжали американцы. Ну, вот, приезжает американка из Техаса. И это не просто там разовый случай, ну просто поток был. И девочка, которая вчера была на судействе, здесь, я так понял, проходил какой-то конкурс, Настя Губарева, она была на этих курсах переводчиком. И, ну, это возможно. Только благодаря YouTube. Только благодаря YouTube. А почему? А потому что в Ютубе она все отдавала. Потому что в Ютубе умный Дима сказал, у нас не выходит ни одного видео без английских субтитров. И каждое видео у нас выходило, я платил переводчику, переводчик переводил, мы заливали на Ютуб. Как бы рано или поздно это выстрелило. Это выстрелило. Видеоотзывы пропускаем. Первый ролик тоже пропускаем. Вы можете его найти. Значит, смотрите, первый ролик, который мы сняли, он был для розницы, и мы говорили, давайте снимем, как можно красиво делать процедуры. И... Да, это было ужасно. Там нарушены были все нормы вообще. Я сидела там, рисовала эти волоски, а он лез вот так с камерой, мне мешал. И я ему говорила, уйди, не мешай. А вот это был первый ролик, ну вы можете, наверное, найти его, да, где я заговорила. И «Матрицу» все смотрели, вот этот склеенный рот. Я вот так говорила. Здравствуйте. Краснела, бледнела, там, не знаю, слезы у меня. Короче, это было ужасно стрессово. Если кажется, что это легко, может быть, потом начало казаться, и да и быть легко, когда ты сделал это много раз, то вначале это был просто колоссальный стресс. У меня вот так тряслись руки. Там, короче, это жесть была вообще. Я имею в виду, вас это ждет, если вы начнете. Нет, нет, не факт. Волнение. Вообще не факт. Она не публичная. Да, на самом деле, она всегда хочет в раковинке в своей побыть, и я ее оттуда выталкиваю. Сейчас она находится уже в статусе, когда ей это нравится. Ей прикольно. О, да, мне нравится.
500 человек в эфире прямом в Инстаграме. Прикольно, нормально. А раньше она просто в обморок упала от этого. Но это все проходит, ничего страшного. Так вот, первое видео, где она разговаривает с аудиторией, было снято через 4 года после того, как вышло первое видео, где она делает процедуру. Вот мы дебилы, да? Ну, казалось бы, пришло видео, а первое видео, где делает процедуру, оно было, ну, как бы не особо, но подумаешь, каких-то там 100 тысяч просмотров. Оно было для клиентов, но начали писать мастера. Начали писать мастера. О, молодцы, что делитесь, о, показываете, о, это. Почему сразу не сообразить? Ребята, девчонки, прямо сейчас я с вами, вот я пытаюсь, у меня нет задачи никому из вас ничего не продать. Я очень благодарен, что вы пришли. Прямо сейчас просто откройте голову и поймите. Если вы снимете ролик, засунете его на YouTube и просто положите, и будет лежать, это будет лучше, чем вы не сделаете ничего. YouTube — это штука, которая, как вы знаете, есть золотое копытце, сказка. Вот где там... Выбивается золото. Довольно! Вот YouTube постоянно, ежедневно приносит деньги. Просмотры, известность, узнаваемость. Каждый день. Вы ничего не делаете. Вам снять... Да, пожалуйста, микрофон только. Организаторы, если можно. Организаторы. А я отнесу. И они горды. Много ли негативных каких-то комментариев? Но от этого не падают руки там? По поводу хейтеров. Вы знаете, ты становишься очень... устойчивой к этому. Нет, по поводу хорошо. Хейтеров. Я очень люблю хейт. Я очень ценю людей, которые... Профессионал в создании этого вообще. Нет, которые хотят тебе что-то сказать, что, где ты можешь стать лучше. Не вздумайте никогда блокировать никого. Если человек... Всегда включайте переключатель в голове, чтобы... Ага, если этот человек говорит мне какую-то гадость, значит, для какого-то процента моих клиентов, которые несут мне бабки, я делаю что-то не то. А что я могу изменить? Всегда можно заблокировать. Ну, например, у нас правило, мы не блокируем в социальных сетях. Никогда. Мы никогда только не делали если ну, спам какой-то, ну, там, или там, какой-то человек начинает неадекватно вести себя в смысле мата, обижать других участников, тогда да. А так блока нет. Но хейтеры, каждый, я вас уверяю, каждый комментарий, который вы пишете под видео, она читает. Ну и расскажи. Каждый десятый я отвечаю. Моя жизнь, что нет, как к хейтерам ты относишься? Хейтерам? А, ну, знаете как, он меня ловил несколько раз, когда я такая... Пишу, знаете, я же умею написать так, и сказать так, что там уши отсохнут. И он мне забирал телефон и говорил, ну, конструктивно он спрашивал. И прикол в том, что эти люди, не знаю, какая-то большая часть, половина примерно, они становятся твоими адептами потом. То есть ты такой объяснил, такой, я понял, оказывается, я там недопонял что-то. И это, вот эта трансформация, она была очень удивительная для меня. То есть, вот сейчас я уже там тоже так себя веду. Но вначале я, конечно, я бы как положено, как все вот женщины, блокировать, рубить бошки. Нельзя. Более того, одна из ее учителей основных, это Юлия Рысена, которой мы очень признательны. Она офигенный мастер из Украины. Если, может, кто-то ее не знает, посмотрите. Она написала под ее работой. Что она написала? Ну, наверное, все на нашем канале сидят и смотрели об этом. Да, не факт. Нет, не факт? Что она написала? Она написала «Волосок дрожащий». Я прям, мне это врезалось, потому что мы дружим уже столько лет с ней. «Волосок дрожащий, тебе нужно машинку настроить». И он меня застал за тем, что я пишу «Сама ты дура». Там что-то такое. Он такой «Стоп, ты подожди, это же критика конструктивная причем. Дрожащий волосок, ты должна изменить». Я такая «Удалить? А что не так?» И прикол, она мне тут же присылает фотографию. «Смотри, вот машинка, вот здесь надо подкрутить, настроить». Я такой «Так бывает?» Это меня поразило очень сильно. Хейтеры — это ваши друзья. Если вы думаете, что нужно забить на хейтеров, удалять и так далее, вы обрезаете себе часть мозга, которая отвечает за реакцию на окружающий мир. Нельзя этого делать. Если вы хотите успеха, если вы хотите комфорта, не заводите YouTube-канал. Херачьте их просто, да. Давайте презентацию, у нас время идет. Нам же задача сделать так, чтобы каждый был успешным. Первый ролик мы не посмотрим. Ладно, короче. Последний курс Лены... принес ей 2 миллиона рублей. Это выручка, практически 100% из них это прибыль. Там были какие-то косты, связанные, может быть, с арендой, ты помощнику платила, но… Никакой рекламы не было. Да, это все благодаря YouTube. Понимаете, то есть люди приезжали, это опять-таки не русские были, они приезжали, платили, по-моему, 7,5 или 8 тысяч долларов за 9 дней, и все, и жили.
в Краснодар. Примерно год назад Лена сказала: все, мне это надоело. Я не хочу. Я говорю: слушай, 2 миллиона, ну камон, ну ты что? Она сказала: буду детьми заниматься. Детьми там то все, кайфовать. И я понял, что она очень зрелая женщина, очень здорово, что она на это пошла. Кто из вас может от 2 миллионов отказаться за 9 дней? А есть такие, кстати? Может, тоже есть? Нет? Но вам к этому нужно прийти. Она отказалась от этого, ты жалеешь? Нет. Это изматывает. То есть это не просто вы просто клали деньги в карман. Я видел, она просто пахала. То есть 9 дней, когда ты просто на износ с этими моделями. Кто работал с моделями, тот, наверное, поймет, да? Что это за люди такие. За месяц до этого у нас начинались дистанционные курсы, поэтому это была такая длинная пахота, но очень обучение. Это все рассказали к тому, что мы знаем, что делать. Бесспорно, мы не лучшие в профессии YouTube, однозначно. Мы любители, которые вот нахватались по вершкам, но даже этого нам хватило для того, чтобы организовать что-то более-менее работающее, конвертирующее, приносящее деньги. Еще раз, я отвечаю за деньги. Вот Лена следующую презентацию будет рассказывать, как там сделать красиво. Я буду рассказывать вам всегда, как заработать денег. Надеюсь, вы меня не будете за это ругать. А кто из вас ищет информацию в YouTube вообще? Потому что я по инерции много ищу, вот где писульки, но… А с этой половины никто не ищет. Мало людей пользуются. YouTube, я ищу на YouTube всегда. Она ищет в Гугле или в Яндексе. Я всегда ищу… То есть мы по-разному устроены. Опять-таки, часть аудитории, которую вы теряете, она ищет информацию на YouTube. Если вы прямо сейчас забьете, например, мы выпустили ролики «Обучение татуажу в Ставрополе». Там будет лицо Лены, которая говорит: вы ищете обучение татуажу в Ставрополе? Вот мы там предлагаем онлайн обучение. И то же самое по всем городам от 300 тысяч населения. Это бесплатно. Мы это сделали, вот стоит видеооператор, он это смонтировал, мы залили на YouTube, все. Трафик бесплатный. Но неплохо же. По-моему, неплохо. Еще раз, если вы хотите получить бесплатный трафик, YouTube, класс, то, что нужно. Презентацию, пожалуйста, мы идем дальше. Мы очень хотим вас научить, как это делать. Самое популярное видео на канале, если вы посмотрите на аналитику, первое – это у меня интерфейс установлен английский на компьютере, поэтому немного на английском языке, я буду здесь переводить. 627 тысяч просмотров – это просмотры с рекламой. То есть мы пустили рекламу на этот ролик, предполагалось, что он будет как бы лояльный, ничего толку нам никакого это не принесло, поэтому мы эту идею забили. Второе по популярности, это уже без рекламы, это пудровые брови. 598 тысяч просмотров. Я могу открыть статистику, показать подробности, ну, примерно 10% это Соединенные Штаты Америки трафика. Соответственно, самые платежеспособные люди в, наверное, после Норвегии или Швеции в мире. И самая большая страна платежеспособная. Следующая – это 365 тысяч просмотров. Это подробный рассказ о том, как делать татуаж век. Дальше, как правильно прокрашивать брови. Это все в итоге ответы на вопросы «как». Понимаете, да? Люди, естественно, залипают, ага, вот так, 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 вот так это делается. Это очень здорово, потому что до нас никто информацию не выдавал так вот, в таком объеме. Никто не, ну знаете как, все, я замечал на, включал какие-то видео, все что-то пытаются скрыть, музычкой прикрыть, там ускорено, там то все. Все боятся, что отдав все, они не смогут за что-то взять деньги. Я, кстати, тоже боялась. Я говорила: Дима, зачем мы вот так снимаем все, я все рассказываю, а чему я учить буду? И получается, знаете как, 100 человек смотрит, из них там 20 поняло сразу, как это применить, остальные пробуют, у них не получается, и они просто говорят: научи меня, я приеду к тебе. Куда, где, в жопе живешь, в Краснодаре? А можно Сваровский взять, они мне писали, или у вас там опасно? Нормально. Мы подбираемся сейчас к тому, как выбрать тему. Я на полном серьезе сейчас хочу, чтобы каждая из вас выпустила, может быть, даже сразу после того, как эта конференция закончилась, пока у вас горит, выпустила одно видео. Хотя бы одно. Можете пообещать мне прямо сейчас, что вы выпустите видео? Ну, те, кто хочет.
Не, поднимите руки, кто обещает. Да. Скажи, обещаю. И отметьте нас, чтобы мы Супер, посмотрели. Отметьте нас, да, мы посмотрим. Я не шучу, серьезно. У меня нет меркантильных интересов здесь. Продать вам там в Ютубе что-то. Нет. Я хочу, чтобы каждый из вас самореализовался. И презентацию, пожалуйста. Мы переходим, если вы хотите этого, мы переходим к темам. Возможно ли в 2020 году создать успешный канал ОПМ? Я считаю, что возможно. Почему? Потому что мы ленивые жопы. Можно говорить такое? Ну, я думаю, можно. Мы ленивые. За счет того, что мы ленивые, огромное количество пространства для более предприимчивых мастеров, тренеров, которые могут, собственно говоря, эту нишу заполнить. Посмотрите на Водоенкову. Она же снимает ни о чем. Просто снимает как бы то, что вижу, то пою. И ни на чем, с нулевым абсолютно. Мне очень хочется, чтобы там были хорошие, классные мастера. Вот сидит амбассадор наших пигментов, Алена Войнова. Она же охрененный мастер, сумасшедший мастер. Ну почему ее нет на Ютубе? Почему тебя нет на Ютубе? Ответственность большая, понятно. Комплексы детские у вас. Почему Водолейла есть там? Да, у нее ответственности нет, когда пишут в чате о том, что ужас, ужас, не покупайте у нее, меня обманули. На тебе ответственность, что ее обманули. Потому что если бы была ты, у них был бы выбор. Всегда на чашу весов вешайте то, что вы получите от того, что вы делаете, и ваши комплексы. Всегда боритесь. Успешный человек – человек, который поборол свои какие-то неоптимальности. Вы думаете, Лена не стесняется стоять на сцене или снимать эти видео? Это презентацию, пожалуйста. Не стесняйтесь. Это проблема, вот этот эффект самозванца, да, когда мне кажется, что я еще недостаточно хороша, чтобы кому-то что-то есть давать. Есть такая проблема, эффект самозванца. У кого есть ощущение, что я недостаточно хорош еще? И вот это самое. У меня есть. Я каждый раз думаю, я же не очень хорошо делаю. Зачем ты лезешь ко мне с камерой? Эффект самозванца – это то, что, с чем вам предстоит бороться. И здесь всегда нужен баланс. Вы должны всегда понимать, что вот самозванец, еще раз, не будем называть фамилии, такие есть. Это люди, которые не имеют… А вы можете видеть соотношение лайков, дизлайков и негативных комментариев под их контентом. Вы можете за этим… Собственно, публика их оценивает как самозванцев или как нормальных. Скорее всего, большинство из вас не будет самозванцами. Смело можете хотя бы клиентский контент закрыть, потому что у каждого из ваших клиентов есть проблема. Снимите одно видео о том, как ухаживать за бровями. Запишите его и отправляйте клиенту сразу после того, как прошла процедура. Прикольно. Прошла процедура, он видит, например, ваше лицо, которое говорит ему, что делать. Снимите одно видео, как подготовиться к процедуре, и отправьте каждому клиенту перед процедурой в WhatsApp. Он почувствует заботу. Вы чек поднимите, у вас экспертность растет. Круто. Ей не наплевать на меня, а так можно? Так бывает? Проявите заботу о клиенте. Итак, шагов несколько. Я сейчас их разгоню. Вот моя часть, да, выступление. Лена постоит здесь мебелью. Будет нашим талисманом. Итак, создайте канал на YouTube. Это очень просто делать. Это вообще вот так. Ну, то есть школьник даже справится, вообще не проблема. Выберите тему. Как выбрать тему? Еще раз, вот что сейчас Лена должна снять? Смотрите, это разница между короткоходом и длинноходом. Это лучшая машинка для волосков и лучшая машинка для растушевки. Вот эти темы, если вы их сделаете, они однозначно наберут несколько десятков тысяч просмотров. Ну, потому что мы видим, что эти темы постоянно в прямых эфирах, они постоянно на языке у мастеров. Им интересно это. Вот вы, кстати, если снимете их, вам можно их снимать. Снимите первее ее, пожалуйста, она ленивая. Вам нужно снять и показать, что есть конкуренция на рынке. После того, как вы выбрали тему, снимите первое видео. Что вам понадобится? Кольцевая лампа есть у каждого, наверное, да? Все же там фотографируют. Микрофон Комика CVM-WS50. Можете записать, загуглить, что это за штука. Это микрофон, который втыкается в ваш мобильный телефон. А зачем микрофон нужен? Расскажу. Вы можете недооценивать свое поведение, когда вы смотрите видео. Если вы видите в видео звук без микрофона, высокий, неприятный, ты начинаешь напрягаться, потом, даже если это важно. Вы это, наверняка это за собой замечали. Следите за звуком. Звук — это самая недооцененная штука в видеографии.
Звук, не картинка, не свет, с этим все хорошо. Заметьте, звук. И когда мы, вот стоит видеооператор, которого мы привезли из Краснодара. До этого было огромное количество людей на нас работало. Они все срезались на звуки. Все срезались. Они делали хорошую картинку, но со звуком. Он, даже он срезался, пока он не научился. Звук — это очень важно. Микрофон стоит в районе 10 тысяч рублей. Он беспроводной. То есть вы, вот как у меня висит вот этот микрофон, он идет на эту камеру. Примерно точно так же вы ставите на треногу штатив и начинаете вещать на расстоянии. Если вы отходите от телефона дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, ваш голос слушать очень сложно. Особенно в неподготовленных помещениях, гулких. Понятно? Презентацию, пожалуйста. Напишите сценарий. Никто это не боль да. вообще, это моя боль, написать сценарий, это просто, я тяну. Кто знает, что такое AIDA или Pain Hope Solution? А ну-ка, кто вы замечали видео, где «Всем привет, и там, а я вот сегодня вам расскажу, вот я покажу», и ты такой две минуты смотришь, три минуты, уже и все, надоело, ты не смотришь, пошел, ушел. Не смотришь. Бросаешь. Вы уходите с 10 секунды. То есть очень важно… Первые 10 секунд удержать внимание клиента. Как его удержать? Как удержать внимание клиента? Заманить. Чем? Скидками. Озвучить боль. Еще? Смотрите, на самом деле сценария два. Первый сценарий — это удивить. Выдра! Что такое? Какая выдра? Что там такое? Какая выдра? Ну, непонятно. Человеку рвется шаблон, он продолжает смотреть. Условно. Вы начинаете рассказывать про перманент и говорите, а вы знаете, что вчера умерло 10 человек от татуажа? Они болели ковидом, но… Да. Вы, еще раз, я говорю, что это провокация определенно. С ней надо быть осторожным, но это сценарий, который называется AIDA. Attention… Вот сейчас боюсь соврать. Погуглите, короче. Смысл в том, что вы привлекаете внимание и затем призываете к действию. И я его не очень люблю, потому что у меня скудная фантазия. У меня реально проблема с этим, с выдрами и прочим. Поэтому такие тупые примеры. А у меня лучше с другим вариантом. Это Pain Mo Pain Hope Solution. Ее используют очень часто, эту схему, «Магазин на диване». Смотрели «Магазин на диване»? Не оторваться же, начинаешь смотреть, да. И все, пропал. У вас грязный пол, а секущие тряпки воняют и не могут справиться со своей задачей, но есть решение, ну и так далее. Pain, more pain, боль, больше боли, надежда, решение. Поняли структуру? Приведите пример Pain, more pain, hope, solution для любого видео. Для видео, например, с короткоходными и длинноходными машинками. Давайте. Правильно, да, верно. Течет пигмент, льется краска, вы устали уже с этим работать и не знаете, что сделать. В этом видео я расскажу, как исправить эту проблему. И мы поговорим о короткоходах. Или там, что еще там? Pain, more pain. Еще варианты, накидывайте. Клиенту больно, у него там кровь течет, фарш сделали. Наверное, неправильно настроена игла. Каждый из ваших заголовков, которые вы готовите в сценарии, должен написан быть по Pain, more pain, hope, solution. Это уделите внимание. Вам не нужно прописывать сценарий и зачитывать его, потому что это будет выглядеть неестественно. Это будет выглядеть как говорящая голова. Ну прям это прям фу-фу-фу. Вам нужно прописать основные заголовки, вот как мы сейчас делаем. Можно, пожалуйста, нам презентацию? Это же наш сценарий. То есть мы рассказываем сейчас, смотрите, напишите сценарий, я рассказываю вам. Ну очень естественно, я не заучил это, я… Как бы понимаю, о чем вам говорить. То же самое и вы. Вы пишете сценарий заголовками. Каждый из них Pain, more pain, hope, solution. Тогда ваше видео будет интересно. Тогда его будут смотреть. Понятно? Еще одно правило, которого здесь нет, но вы должны его применить. Либо развлекайте аудиторию, веселите ее, ну, как бы, чтобы ей было интересно. Либо давайте что-то ценное, что-то, что им будет полезно. Ваше мнение о чем-то им не интересно. Аудитории интересна только она сама. Все люди, которые смотрят ваше видео и наше в том числе, эгоисты. Их интересуют только собственные проблемы. Итак, 5% ошибок, которые вы на 100% совершите.
Потому что мы их совершили. Заставка в начале. Длинная, красивая, с музыкой. Кто 15-секундную заставку на ютубчике перематывает? Есть такие люди? Или вообще, блин, я не перематываю. Подождите, я делаю так. Вы же не смотрите YouTube, только что говорили. До свидания. Не ставьте, очень хочется красиво, переливы, перманент, снежок, там все дела, градиентик. Нахер. Вам это никому не интересно, кроме вашего видеографа, да, Леш? Поэтому в начале ролика вы берете и сразу даете смыслы. Вот пример. Капает пигмент, и вы не знаете, что делать. Как работать с клиентами, которые пигмент не вносится в кожу. Что делать, как настроить машинку? Я расскажу. Понимаете, да? Это цепляет. Вы можете вставить заставку чуть-чуть попозже. Она должна быть очень короткая. У нас заставка секунда. Может быть, кто-то видел, помнит такое. Заставка должна быть очень короткая. Дальше. Звук без внешнего микрофона. Не тут не потому, что вы не прослушали меня и там внешний микрофон не взяли. А вы взяли микрофон, но не включили его. Или вы взяли микрофон, но села батарейка, да, Леша? Да. А сейчас Леша, если вы обратите внимание, вот он сейчас без наушника. Почему ты без наушника, Леша? Обычно он втыкает в камеру наушник, и он слушает. А идет ли звук с микрофона? Поэтому обязательно, это очень важно. Если вы сняли видео без звука, с микрофона, перезапишите его. Почему? Потому что вы потратите на это 1 час, а видео будет висеть всегда. И если у вас всегда будет видео висеть с плохим звуком, оно будет конвертить всегда хуже, чем видео с хорошим. Понятно, да? Это вы сейчас не понимаете эту боль, но она есть. Третье – это вода. Мы эту ошибку не совершали, мы всегда мясцом кормили аудиторию, но есть огромное количество людей. Если завтра Ирина Водоенкова станет хорошим мастером для начала, а во-вторых, станет офигенно плотно упаковывать информацию и давать, энергии у нее, харизмы хватает. Если она будет упаковывать и давать каждому клиенту, она взлетит в космос просто. Не надо лить воду, не надо бояться потерять ту ценность, которая у вас есть. Вы офигенно много знаете, просто вы сами еще не понимаете этого. Отдавайте все. И самое интересное, в процессе этой отдачи вы для себя что-то новое поймете. Вы для себя чему-то научитесь. Это, кстати, одна из причин, почему вам нужно начинать преподавать. Кто-то преподает здесь? Тренеры есть? Есть. А кто не преподает? Тоже есть. Вот вам нужно. Хотите? А хотите, да. Желание есть? Помимо денег и социальной значимости, вы еще станете круче как мастер. Потому что вы через преподавание и закрытие ошибок других, вы станете сильнее сами. Понимаете, как это работает? Когда ты пытаешься объяснить кому-то, как этот процесс совершается, у тебя все встает по полочкам в голове, в твоей, потому что оно не было по полочкам, пока ты не начал объяснять какому-то барану. Это да, вы будьте готовы к тому, что аудитория глупая. Чем проще вы говорите, опять, не надо сложных терминов. Я очень просто пытаюсь всегда объяснять. Я не знаю, вы смотрели мои ролики, максимально просто, потому что это не сложно на самом деле. Зачем говорить сложные термины в нашей простой работе? Да, да? Аудитория глупая не потому, что она глупая, а потому что вы такой ее воспринимаете. Вам кажется, ну ты что, тупой? Ну да. Знаете, как я жене иногда такое говорю? Я говорю, как ты могла? Никто же не считает ее тупой. Окей, много музыки. Это еще один минус, с которым вы сталкиваетесь. Если у вас в ролике есть фоновая музыка, на которой вы говорите, это нормально. Если вы вместо своего голоса вставляете музыку, на этом моменте пойдут отказы, люди начнут выходить. Вы поймите, как только вы вставляете музыку, это значит, ну, собственно говоря, тут ценности никакой нет. До свидания. Говорите, даже если вам нечего говорить, возьмите микрофон, возьмите телефон, в конце концов. Наговорите что-то в диктофон, а в программе, которая будет дальше, которую я расскажу, просто наложите сверху. Это несложно. И это очень сильно вашу аудиторию удержит и поднимет ценность вашего контента. Ферштейн? Отлично. Так, и нерегулярность. Мы совершаем эту ошибку до сих пор. К сожалению, если бы видео снимал я, и я был бы мастером перманентного макияжа, я бы был очень популярным. Мол, продолжение даже потом, да. Даже сериал не досняли, да. Но, к сожалению, мне приходится толкать Лену,
а она творческий человек. Не всегда она толкается. И если вы будете снимать... Давайте так, если вы за 2 месяца снимете 8 роликов, я вам гарантирую, вы офигеете. Ну, я серьезно говорю, вы просто прозреете от того, от той обратной связи, которая придет от аудитории. Выходим из телефонов. Вам бесплатная информация дается. Привет. Да. Окей. Поиск тем. Как искать темы? Есть паблики в Инстаграм, посвященные татуажу. Я не знаю, подписаны вы на них или нет. Нас там регулярно отмечают. Ну, меня нет, Лену, да. Это, как они называются? Форум ПМ. Форум ПМ. Понимаете, о чем я? Да? Там новички задают вопросы. Открываете форум ПМ и смотрите. Каждый вопрос – это тема для видео. Каждый вопрос – это боль человека, которую вы можете закрыть. Соответственно, вы берете самые популярные, где куча комментариев, куча каких-то движений, вы берете их, снимаете, ништяк, снимаем видео. Очень круто. Второе, это контент-карта из NE Pigments Pack, оно, кстати, в прошлом выступлении было. Там есть контент-карта, которую я специально положил туда. Это контент-карта, которая обеспечит вас темами для видео на целый год вперед, если вы будете снимать каждую неделю. Мои темы? 4 минуты. Хорошо. Итак, и самое интересное – это понять то, чем думает ваша аудитория через сайт, который называется wordstat.yandex.ru. Что он из себя представляет? Смотрим. Вы вбиваете слово «татуаж» и смотрите, а что народ ищет. Он ищет татуаж бровей, татуаж губ, татуаж фото, татуаж глаз, татуаж отзывы и так далее. Когда вы ищете что-то в интернете, например, в Гугле, он помимо того, что выдает вам результаты поиска, он еще выдает вам видео. Заметили это? Ну, то есть в результатах поиска вверху всегда видосики. Вы можете тратить кучу денег на то, чтобы там, продвинуть свой сайт, а можете снять, например, как мы это сделали, татуаж фото до и после и собрать там несколько десятков тысяч просмотров просто на слайдах фотографий. А люди, им нравится, они смотрят, им реально это интересно, потому что они это искали. Или вы можете удаление татуажа снять. Посмотрите, у вас есть 24 тысячи запросов по удалению. Расскажите об этом. Вы можете взять перманентный макияж. Там внизу еще написано, сейчас, секунду, не попало сюда, но смысл в том, что там и волосковый татуаж есть. Там есть еще, что можно делать после татуажа. Видите, татуаж можно. Люди так ищут. Используйте этот инструмент, и он вам поможет. Самое главное, пообещайте мне, что вы снимете видео. Начните это. Сдвиньте это с мертвой точки. Очень классно, когда вот этот олимп ютубов, олимп людей, которые, знаете, влияют на индустрию, он представлен не из таких лентяев, как мы, а из достойных. Там есть конкуренция. Я не кривлю душой, очень важно, чтобы была внутри комьюнити конкуренция. Пожалуйста. Только микрофон нужен, да, если организатор, если можно. Спасибо. Да, есть вопросы, если у кого-то, пожалуйста, welcome. Мы постараемся быстро ответить. Здравствуйте. Привет. Скажите, пожалуйста, кроме харизматичной внешности, приятного голоса, какой длины должен быть этот ролик? Ролики должны быть от 5 минут. Ролики до 5 минут пессимизируются выдачей Ютуба. Они будут заходить, наверное, в ТикТоке, в Инстаграме, где-то еще. Ютуб хочет все-таки это не быстрая жвачка. Ютуб это вот продолго. То есть от 5 минут делайте. Но не больше сколько? Не больше нисколько. 5 часов. Как бы мы загрузили ролик в 2016 году. Если вы перейдете на наш канал, на Ютубе вы посмотрите, мы загрузили ролик длительностью 12 часов. А его досмотрел до конца? Это не важно. Как бы там сейчас там 20, по-моему, 7 тысяч просмотров или там 17 тысяч за несколько месяцев. Люди смотрят. Не надо, кто-то говорит, я на паузах просматриваю, потому что это бесплатно. То, что там все устарело, ну как бы, ладно, я просматриваю. Окей. Еще вопросы есть у вас, ребят? Девчат? Пожалуйста. Да, только микрофон, чтобы все слышали. Короче, я была мастером по ресницам год назад, но я зашла в YouTube посмотреть, как делается перманент губ. Мне было дико интересно, увидела у своей бабушки.
Собственно, я думала, что татуаж — это полная жесть, которую я вижу в автобусах, в маршрутках, вот этих вот синие ужасные штуки. Потом я зашла на YouTube, увидела ваш ролик «Разоблачение мастеров татуажа», то есть почему работает кто-то пигментами перманентными, а кто-то работает тату-миксами. Собственно, я посмотрела, такая думаю, ого, вот это честный человек, блин, интересно, надо что-то еще посмотреть. Начала смотреть видео, потом думаю... А там деньги есть. Я думаю, черт, у меня есть 100 тысяч рублей. Надо срочно ехать на обучение. Я через месяц поехала к вам в Москву, в Реброл, и отучилась. Блин, я так кайфанула. И вот после этого я поняла, что YouTube реально работает. Но у меня его еще нет. Поэтому YouTube реально работает. Похлопаем девушке. Потому что она к нам приехала. Окей, сейчас от нас мы не получаем прибыли от розничных студий и школ. Я очень признателен, что вы нас выбрали и приехали, но мы зарабатываем сейчас в основном на пигментах и онлайн-обучении, поэтому если вы хотите сказать спасибо, купите наши пигменты или купите за 1 рубль курс. Вы знаете, что у нас есть курс за 1 рубль? Ну, на полном серьезе вы можете прийти и купить за 1 рубль и пройти курс. Или за 99 рублей, они очень недорогие. У меня все. Если у вас есть вопросы, у вас не будет, скорее всего, шанса задать их еще раз. Пожалуйста, микрофон. Пожалуйста, вот девушки в белом. Девушки в белом. Здравствуйте. Да, скажите, привет. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. То есть, ну, в Москве большая конкуренция. Я не так давно сюда переехала, да, и я, можно сказать, здесь новичок. То есть у меня нет своей базы. Вот в Ютубе как я могу привлечь клиентов? У меня небольшой опыт. Год. То есть получается клиентов, то есть совсем мало. То есть там на родине они у меня есть, а здесь его, ну вот конкуренция большая. Вот. YouTube это, смотрите, YouTube это не площадка, которая решит все ваши болезни. Еще раз. YouTube не решает проблему трафика мгновенно. Это очень долгая таблетка. Это прямо долгий курс, который, закидывая туда постоянно, это ваши инвестиции, вы со временем получите прибыль. В будущем. Не сразу. Вы забудьте, вы можете снять, конечно, что-то провокационное, что-то снять. Но, в общем, Москва на секунду, Москва — это 10% России. То есть если вы получите 100 тысяч просмотров, 10 тысяч из них будут москвичи. Из них 1000 заинтересуются вами, а 100 купит у вас что-то. Это очень круто. Поэтому не надо стесняться, снимайте для всех. Все, спасибо. Ребята, девчата, спасибо большое. Похлопайте, как вам понравилось. Все, я ушел.